Меня зовут Елизавета Петровна. Я пенсионерка. У вас в последнее время, может быть, случались какие-то сильные потрясения? У меня умер муж. Ой, какой мужчина был. И счастливую жизнь вы прожили. Счастливую. Ну, не свою. Дорогой мой Антон, вот видишь, я по-прежнему говорю о тебе мой, хотя знаю прекрасно, что ты сделал свой выбор. У него другая женщина. Уже прошел год, как мы виделись с тобой последний раз, но у меня такое ощущение, что все это было только что. Папа умер. Мам. Антон, на этой фотографии, наверное... Мам! Возьми. Я не хочу это... Прочти. Я сейчас тебе покажу фотографии. Я их нашла у папы. Это прям так крайне важно сейчас? Да. Прям вопрос жизни и смерти. Мам? Что ты меня мучаешь папой? Просто я считаю, что никогда ничего не надо скрывать. Может, вам просто прочитать письмо?